Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео поговорим о еще таком надежном поставщике из Великобритании, который занимается печатью по требованию, то есть Print on Demand. Это платформа полиграфическая, называется Inked Readable. В общем, как переводится, чернильные нити. В общем, как-то так. Я хочу рассказать об этой платформе, что она умеет и где ее можно применять. Вот как мы видим, да, я видео записываю по этому поводу, то что эта платформа, сервис может интегрировать с такими известными платформами, как даже с маркетплейсом Etsy, о чем я хочу сказать в этом видео. Также можно с Shopify, WooCommerce и там BigCartel еще у них есть. Я сам не успел воспользоваться этой платформой, но она, как я почитал о ней информацию, да и так, ну, эта платформа тоже надежная, не хуже, чем Printful или Printify, вот есть такие сервисы печати по требованию. Эта платформа тоже давно занимается этой темой. У них также доставка по всему миру. В течение 7 дней также собирают заказ и отправляют. Вот у них тоже более 200 продуктов различных. Также есть свои блоги, новости, можно читать, интересные. В общем, так, давайте я переведу на русский. Так, маленько ознакомимся. Вот они даже об этом пишут. Время выполнения заказа в настоящее время составляет 7 рабочих дней. Ну, я так думаю, это в преддверии праздников. Вы продавайте футболки на своем сайте. В общем, кто знаком с этой темой, тот понимает, о чем я говорю. То есть вы размещаете свой дизайн, да, на каком-нибудь продукту или на всех продуктах. Соответственно, заказ приходит, за вас они исполняют его, отправляют покупателю. Вы через эту платформу, как и через Printful или Printify, можете интегрироваться с платформами такими как Etsy, Shopify, WooCommerce, BigCartel. Тут дело выбора. Но я вот советую и хочу это видео сделать. Ну, как бы более распространенная интеграция с Etsy, да, идет. Можно на Etsy спокойно также добавить этого производственного партнера. У меня есть видео, как добавлять производственных партнеров и вообще регистрации на Etsy. И, соответственно, сотрудничать с этой компанией и с помощью них выполнять свои заказы. Также все на автомате, да? Вы разместили заказ, за вас они все делают. Итак, вот, подключить свой интернет-магазин, да? Также можно свой сайт любой подключить, создать более 200 продуктов, да? Я так подробно не буду, кому надо, перейдите, почитайте, познакомьтесь с этим сайтом, с этой платформой. Также все печатается по требованию, доставка по всему миру, да. Вот, когда у нас будет, да, вот, на эти, да, нас интересует интеграция. Вот перейти сюда, и здесь как бы, ну, ответы на вопросы, да. То есть, давайте переведем на русский. Все, интегрируйте свой магазин с эти. Вот как это делать, тут все написано. Ну, в общем, тут даже, кто уже в курсе этой темы, да, вот сильно объяснять не надо, так же как и Printful, да, и Printify. Просто нажимаете, ну, уже у вас, соответственно, есть эти, и этот аккаунт создан на этой платформе, да. Все, установить приложение, синхронизируйтесь, все там. И у вас, соответственно, все подключается на автомате, да. Все. Также и вот на любой переходе в e-commerce, Shopify, все описано, как подключаться, что делать, что надо. В общем, я вот уже сейчас, ну, зайду в свой профиль, да, вот, у меня уже тут есть, я вспомню, так как там личные данные записаны, я просто покажу вам это, ну, какие здесь есть функции, да, вот интеграция, вот здесь все описано, да, вот с какой платформы вы хотите законнектиться, все написано, да, здесь ваши будут продажи, туда-сюда, ваши дизайны,
бренд это, то есть вы, например, какую-то линию одежды свою или чего-то делаете, да, и на ваших упаковках там будет вот ваша фирма, да, ваш лейбл, короче. Ладно, не будем это затрагивать тему. Это каждый сам для себя решает, какой у него дизайн, какая фирма, какой бренд. Итак, вот здесь будете все читать, да, продукция, help, помощь, все вот интересующие вопросы, интеграция, контакты о них. Поддержка у них хорошо работает, я с ними уже переписывался. Вот, допустим, я сейчас просто в этом видео хочу для примера любой продукт, да, создать. Вот, не обязательно, да, там интегрироваться с кем-то, может, вы в Инстаграме или в Фейсбуке продаете, да, создали продукт, да, здесь фотографии с него скачали, с вашим дизайном разместили где-то в соцсетях, также распространяете, пришел вам заказ, сюда приходите, оплачиваете этот созданный вами товар, и все, он меня отправляет. Ну, все как однотипно, я думаю, многие знают, понимают. Я в этом видео вот хочу просто для примера взять, как вот, давайте футболку возьмем, создадим как бы продукт, да, пробный. Посмотрим здесь какой, ну, покажу вам какой тут генератор, как, ну, Photoshop наподобие. Давайте вот выберем футболку, там Bella Canvas, ну, вот так, да, унисекс, ну, а вот, обычная, да, цена, и все нормально. Тут это поначалу у вас будет указана цена там в евро, да, потому что это или фунты стерлинга, потому что это Великобритания. Но вы там вот сюда нажимаете и тут выбираете любую валюту, которую вам удобно. И все. Я, как всегда, по умолчанию доллар, да, выбрал. Вот, допустим, да, у нас черный, да, вот ихний, как его, графический дизайнер, да, можно так сказать. Вот текст, да, например, текст. Что напишем тут просто. Я так, фонарно. Все. Также растягиваем, да. То есть тут можно любые дизайны создавать, которые вы хотите, да. Вот они, шрифты все. А давайте такой выберем, вот. Ладно, дальше. На эту стрелочку нажимаем, вот цвет меняем. Но не такой, как дизайн, да, как мы привыкли, там на принтфуле или где-то в фотошопе. Ну, нормально, я считаю, графический дизайнер, привыкнуть просто надо. Все. Вот так же здесь есть изогнутый, можно, да, сделать. Ну, вот так как-то. Ладно. Вот, да. Можете загрузить свой дизайн, допустим. Это спина, это, короче, грудь. Вот такая система. Вот превью, да. Вы создали дизайн, да. И вот ваше превью, эти фото можете также скачать, если вы в соцсети где-то продаете. Вот то, что на Etsy у вас будет, вот, или на Shopify, в e-commerce, вот такие фото на листинге товара, да. Вот, соответственно, модель, да, с вашим дизайном. Прикольно, считаю, тоже неплохо. Нормально. Ну, все как стандартно, да, в принципе, вот. Это лейбл, да, нужна она вам или нет, да. Ну, нафиг она нужна, допустим, уже цена, видите, уменьшается. И вот это принтит, это обязаловка, да, в общем. Тут, ну, то, что принт, это принт ваш, вы же не чистую футболку продаете, да. Вот прайс, да, сколько, $12, допустим, да. Там со всеми учетами комиссии эти прибавляйте, да, там туда-сюда, за 18, там, 90. Ой. Вот так, да. Вот ваша прибыль, да, будет от $2, ну, от $3 почти. А тут до 8, это то, что считается по размерам. Вдруг человек там медиум закажет или что-то еще, или LXI, то будет, соответственно, ну, возрастать прибыль и цена, соответственно. Все, да. Вы, допустим, это сколько тут количество, куда вам надо. Ну, на эти они автоматически, да, там в неограниченном количестве, да, показывают все. Это добавить в корзину, если вы создали уже какому-то конкретному покупателю, хотите создать, отправить. Тут уже гряд продукт. Давайте я переведу на русский. Посмотрим более подробно. Создать продукт, добавить в избранное, да.
я бы хотел получить больше информации, вот общие сведения, все это как из Printful должно синхронизироваться ваш магазин, там Etsy или Shopify, да, все описание, вот это все дела, размеры, ну там сами модели, да, все это стандартно, да, вот создать продукты, все, соответственно, вы создаете, да, и у вас, когда будет уже этим магазин подключен, да, вы уже просто добавить в эти, да, или соответственно, когда у вас уже как на Printful, да, есть эти, да, то вы нажимаете на эти, да, у меня просто нету сейчас здесь не добавлено, я не могу показать. На эти также магазин добавляете, ну, добавить продукт, как везде, да, стандартно, и все, из автоматом, да, вы тут создали его, хоп, будет добавить продукт, все, он пошел в эти, синхронизировался, все. И хочу сказать, да, вот, там, чтобы исправить продукт, ну, не редактируйте вот в самом эти или где-то переходите в этот, сюда на платформу редактируйте здесь продукты, и он будет автоматически обновляться на эти, а не наоборот делайте, потому что если наоборот сделать, можете не синхронизироваться этот продукт, если придет вам заказ, покупка какая-то, то все, а здесь будет молчок, они это не поймут, система на автомате вам ничего не сделает, и будет простой. Вот, в общем, как-то так, да? Я думаю, неплохая платформа, полиграфическая система, которая печатает ваши заказы, ну, на заказ, да, можно попробовать, и почему и нет, добавить этого производственного партнера, у них продукты, посмотрите, тоже все, да, вот, все, ну, все есть, вот, большой выбор, также принты всякие, кепки для детей, худи, поло, ну, фартуки, сумки, носки, ну, все, я просто не буду все смотреть, это все долго, ну, хороший ассортимент, цены у них не такие же, ну и небольшие, и не маленькие, но не меньше, не больше, чем у Printful того же, да. Все как бы конкурентоспособное, да. Интересная платформа, модели интересно, что-то новенькое, да. Интересно вот как бы использовать это. Кстати, вот да, вы даже можете в своих листингах писать в описании то, что у вас товар с Великобритании. Это уже будет как бы ключом, да, для поиска в Etsy, например, да, люди будут с Великобритании искать, чтобы быстрее им товар пришел, там, поставщиков с Великобритании, продавцов, да, и вот могут спокойно с Великобритании у вас будет этот контингент, да, который будет у вас в Великобритании брать, ну, или около Великобритании города, чтобы быстрая доставка была. Ну, соответственно, да, они в Америку до, за 7 дней там доставят, а в Великобританию за день, за два. Ну, потому что Великобритания, да. В общем, кому интересно, переходите на этот сайт, ознакомьтесь еще сами маленько, потому что каждому надо саму вникнуть, почитать, ознакомиться, подключайте к эти или к другим платформам. Ну и пишите в комментариях свое мнение, что вы думаете по этому поводу, оценивайте. Как всегда, жду вас. Все на канале, подписывайтесь. Всего вам доброго, больших продаж, прекрасного онлайн-бизнеса. Всем счастливо, до свидания.